Ну що ж, друзі, дорогі брати і сестри, сьогодні гостем нашої зустрічі представляти не треба Василя Васильовича Костюка. І ми дякуємо вам ще раз, Василю Васильовичу, що ви погодилися. Але, як зазвичай, ми на початку проводимо декілька питань задаємо для спікера, щоб ви більше познайомитися. Я думаю, що коли ви приїжджали в громади, коли ви були на служінні, відвідували громади, мало хто запитував вас, а звідки ви? А де ви родилися? А зараз у нас є можливість все-таки більше знати. Тому що знаєте, да, Василь Васильович, а де він народився? В якій сім'ї, в якій родині? Будь ласка, кілька слів про себе. Ну, перше, я хочу привітати всіх братів і сестер, моїх рідних, тому що моє служіння і в Подільській конференції, і також в Бердичеві, в Вінниці, в других громадах, воно зблизило нас. Я думаю, що Господь благословить нас сьогодні. Вітаю вас сьогодні на нашій українській рідній мові, але ж проповідувати я буду на російській мові, тому хай Господь благословить вас. Щасливої суботи. Ну, декілька слів. Родився я в Росії. Родився я в Куйбышев, нині Самара. Самара-городок. Мама моя русская, а отец України з Вінницької області. Вот так оно получилось. Конечно же, детство моє пройшло в Одеській області, і у нас даже в школі не було українського язика. Але ж потім навчився розмовляти українською мовою. Думаю, що вона дуже близька і рідна, хоча вона не, ну, тяжко мені говорити на неї, але ж все одно вона співуча. Нехай Господь благословить нас. Да. Дякуємо. Василь Васильович, ви родилися в адвентистській сім'ї. Да. Тому таке питання до вас. З дитинства ось запах суботи, от що вам найбільше запам'яталося, чим для вас була субота, зустріч суботи, п'ятниця вечір в ті часи, коли ви були маленьким хлопчиком, можливо, підлітком, школярем, ось чим для вас являється субота? Ну, ми жили в этот період, дитинство моє, юність пройшла в роздільній Одеській області. Папа мой был пастором, ну, а мама, конечно же, как всегда, была вот сердцем нашей семьи. Вот мама оставила особый след. Папа часто в субботу уезжал на служение, потому что у него было несколько церквей. Вот. А мама, она всегда встречалась с нами в субботу. Когда папа был здесь, он тоже вместе с нами был. И я вот запомнил, мама говорила так: детки, к нам приходит царица суббота. Это слово «царица суббота» осталось у меня в памяти с детства. Если говорить о запахе, мы очень бедно жили в то время. И в основном это был борщ, украинский борщ всегда был на субботу, и пирожки, вкусные пирожки. Ну а последний момент, который мне остался в памяти, это история, которую, когда я был еще мальчиком, рассказал один служитель, который приехал. Про Иосифа, святителя субботы, который каждую пятницу, он жил в Иудее, ходил на рынок. И однажды он пришел на рынок, а у него в кармане был только грош. И вот он хотел купить хоть что-то для своей семьи, деток, а его зовет одна женщина и говорит: слушай, Иосиф, иди купи у меня большую рыбу, короб. Он говорит: у меня денег нет. Он говорит: ну ты возьми, продай свою шляпу. Он говорит: мне это самое дорогое, что у меня есть. Ну ты продай ее, купи мою рыбу. Вот это, в этой истории было рассказано, что он все-таки продал свою шляпу и купил рыбу, принес домой. И когда ее в пятницу разделили, чтобы приготовить, на стол вывалился бриллиант. Вот. И он сказал эти слова, этот Иосиф, святитель субботы. Это и есть благословение субботы. Вот этот запах субботы. Для меня это царица, это бриллиант в нашей жизни. Да. Думаю, не тільки для вас, для багатьох. Для багатьох, дійсно, субота – це є тим часом, коли по-особливому стосунки в сім'ї, по-особливому стосунки в церкві.
між братами і сестрами. Добре, ще таке питання. Що спонукало? Або чому ви обрали пасторське служіння, посвятили себе саме на це служіння? З одного боку, апостол Павло пише, що каже, хто бажає єпископства, той доброї справи бажає. Єремія, коли Господь кликав на служіння, казав, Господи, я ще молодий, я не можу говорити. От яким було ваше покликання? Ну, ви знаєте, у мене в житті було все естественно. Я вирос в сім'ї служителя. І коли я ще був маленьким мальчиком, папа брав мене в поїздки, в разные общины. И я знал это служение. Когда я уже подрастал, естественно, в церкви, в молодежном служении, как-то все перешло, естественно, в самой жизни к тому, что я стал служителем. Мне кажется, и выбора-то у меня не было другого в жизни. Просто, естественно, я пришел к этому служению. Вот так бы я сказал. А мама, я один момент скажу туда. Мама, когда пришел момент мне уже определяться на служение, она призвала меня, погладила мою голову, говорит, Василек, она меня всегда так звала, до самой смерти, Василек, говорит, я знаю, что тебя ожидает, это очень нелегко, но лучшего пути просто в жизни нет. И я готова, чтобы ты был посвящен на это служение. Да, ну и мы можем быть уверены, что и мама и молилась. Абсолютно. Мама молилася про те, щоб таке було служіння. Добре, раз ми заговорили за служіння, можливо, ви згадаєте найкращий, саме такий яскравий досвід з Богом. От, можливо, це в вашому житті, можливо, в служінні. Ось те, що ви могли б поділитися з нами, і те, що було для вас таким яскраво, те, що запам'яталося, і що, можливо, змінило щось в вашому житті. Спасибо. Ну, ви знаєте, конечно, мы часто, вот когда думаем о, в нашей жизни опыты с Богом, это что должно быть особенное. Вот в моей жизни, конечно, их очень много, но в общем-то я считаю, что каждый день, каждый час и даже каждую минуту в моей жизни происходит что-то, что касается отношений с Богом. То ли это вот первый такой пример. Я помню Болград, служение еще молодым служителям, суббота, воскресенье у нас должно быть крещение. И субботу целый день идет дождь. В воскресенье утром мы приходим в церковь, дождь идет. Нам нужно опуститься к речке, туда вниз, к озеру, озеро Ялпух. Но дождь идет проливной, вторые сутки. И мы заходим с пасторами в пасторскую комнату, служителями, и решили молиться. Я помню нашу молитву. Мы сказали, Господи, открой небо. На один час, пожалуйста. Нам нужен один час, чтобы опуститься, потому что есть молодые люди, есть старшие люди. Мы помолились. Выходим на улицу, и как будто вот просто раздвинулось облака, которые накрывали уже вторые сутки. И мы пошли, солнышко, прямо светит солнышко. Мы опустились к озеру Ялпух. Мы совершили крещение. И как мы только завершили крещение, облака сомкнулись, и опять дождь пошел. Я считаю, это просто чудо. Это один такой момент. Или же такой второй, бытовой момент. Я помню мой приезд в Бердичев со Светланкой. И мы как раз в это время, как-то у нас сложности были, но мне нужен был плащ. И мы уже подыскивали. Все никак не могли найти, то финансово не могли подтянуть. И одну из суббот, первых суббот там, приглашает одна семья. Да, Михаил Адамир. Мы пообедали, и он потом, после этого, когда мы уже уходили, говорит, идем со мной. Опустились мы там, ниже там, по-моему, на нижний уровень в его доме. Вот. Он берет и одевает на меня плащ. Такой красивый серый плащ. Я вышел, говорю, Господи, это ты мне послал? Конечно, я благодарю до сих пор и Михаила, и его семью, но сам факт того, что Бог просто ведет. Или же, когда он мне послал прекрасную супругу, вот в этом году у нас 40 лет совместной жизни. Это замечательно, это уникальный человек, это человек-ангел. Или же дети, которые благословлены. Мне кажется, это просто вся жизнь, она переполняется.
переполняется благословениями, которые изливаются, изливаются, изливаются. Слава Богу. Добре, ну і останнє питання до вас. Ви звершили служіння в багатьох громадах, в багатьох конференціях, в Уніоні. Мали дуже багато справ із життям церкви. Ось зараз, дивлячись із свого досвіду, можливо, трошки десь збоку на церкву, в сучасну церкву, світ, сучасність диктує якби свої умови людству і в певній мірі членам церкви. От як церква, як вона повинна відповідати вимогам сучасності? Чи вона має бути такою консервативною, чи вона десь ліберально має зайняти позицію? От як церкві зберегти ось те, щоб вона не втратила своє призначення як церква, але разом з тим, щоб і світ розумів її? От ваша думка на це цього приводу. Можно так сказать, дорогие братья и сестры, что сегодня нам нужно оставаться не либеральной, не консервативной, а библейской церковью, евангельской церковью. Это очень важно. Конечно, мир меняется. И когда мир меняется, мы не можем оставаться теми же. Что касается, я вспоминаю очень такого человека, который глубоко мыслил, библейски мыслил, это Вилли Станиславович Нейкурс. И вот перед смертью так получилось, что мне пришлось быть несколько дней с ним. И он мне говорил: Василий, помни, когда ты едешь по трассе, ты смотришь, как меняется пейзаж. То была березовая роща, потом пошла степь, и... Так и жизнь точно, она меняется. Если мы начнем кричать, когда наступает, приходит степь, что нет, березовая роща должна быть, это не получится. Так и в церкви говорит. Мы живем в этом мире, мир меняется, и нам нужно, естественно, успеть за этим миром, иначе он просто уйдет от нас. Поэтому и современные технологии, они входят в церковь, входят в служение. Вот то, что мы сейчас можем с вами общаться, это очень ценно. Но что важно? Благословение будет тогда, если мы будем мудро применять все это. Вот именно современный момент. Умение выбирать между светом и тьмой. Как говорит апостол, что только чисто, что свято, что истинно, что добродетель, что похвала, о том помышлять. Уметь сепарировать, отделять чистое от нечистого. Учитывая то, что информационные потоки сегодня настолько сильные, нам нужно иметь экологию духа. Знаете, экология духа – это интересное выражение, я однажды прочитал его. Экологию глаз, экологию слуха, чтобы нам не потеряться в этом изменчивом мире. Вот. И в конце концов, нам нужно не прогнуться под изменчивый мир. Нам нужно только, как сказать, склониться пред Богом, чтобы Он остался царем, чтобы Он остался самым главным в нашей жизни. Вот это, наверное, то, что сегодня важно для церкви, на мой взгляд. Добре, дякуємо вам за знайомство, за ваші відповіді. Ну і зараз прийшов час почути від вас те, що Бог вам поклав на серце, поділитися з нами, але тепер ми від вас слухаємо. Спасибо. Я бы хотел вот начать нашу встречу, дорогие мои братья и сестры, дорогая молодежь, друзья. Хотел бы начать эту встречу, если возможно, чтобы нам включить небольшой видеосюжет. Он будет всего 4 минуты и 12 секунд. Это сюжет вырезан из видео представление пастора-блогера Олег Боков. Я помню, что когда мы еще преподавали ему в семинаре, необычное, конечно, его сейчас служение, но он рассказывает одну историю. И вот мне хотелось бы, если получится, если братья смогут сейчас запустить, чтобы они эти 4 минуты включили
эту историю. Она предваряет наше библейское исследование. Спасибо. Познакомьтесь с Эдвином Томасом, королем сцены. Во второй половине 19 века этот невысокий человек с громовым голосом практически не знал соперников. 15 лет от роду он дебютировал в «Ричарде III» и вскоре стал ведущим актером в шекспировских спектаклях. В Нью-Йорке он однажды играл Гамлета 100 вечеров подряд. В Лондоне он заслужил одобрение строгих британских критиков. Если говорить о трагедии на театральных подмостках, Эдвин Томас оказался на особом положении. Если говорить о трагедии в жизни, можно считать тоже. У Эдвина было два брата, Джон и Джуниос. Оба, как и Эдвин, избрали актерскую стезю, хотя сравниться с ним не могли. В 1863 году трое братьев объединили свои дарования в постановке «Юлия Цезаря». Тот факт, что Джон выбрал себе роль Брута, выглядит жутковатым признаменованием несчастья, ожидавшего братьев и всю страну через два года. Ибо тот Джон, который играл убийцу в «Юлии Цезаре», тот самый Джон, который исполнил роль убийцы в театре Форда, холодным апрельским вечером 1865 года незаметно подкрался к ложе этого Вашингтонского театра и выпустил пулю в голову Авраама Линкольна. Да-да, фамилия братьев была Бут. Эдвин Томас Бут и Джон Уилкс Бут. С того дня Эдвин уже никогда не был прежним. Стыд за преступление брата заставил его уйти со сцены. Он, наверное, никогда бы не вернулся к актерской профессии, если бы не странный зигзаг судьбы, подстерегавший его на железнодорожной станции в Нью-Джерси. Эдвин ждал поезда, когда один хорошо одетый юноша под натиском толпы потерял равновесие и упал с платформы на рельсы. Эдвин сразу бросился ему на помощь и вытащил из-под колес приближающегося поезда. Отдышавшись, юноша узнал знаменитого Эдвина Бута. Однако Эдвин не узнал юношу, которого он спас. Его имя стало известно Эдвину лишь спустя несколько недель из полученного им письма. Это письмо он потом носил в своем кармане до самой смерти. Его написал генерал Адамс Будье, главный секретарь президента Улисса Симпсона Гранта. Эдвина Бута благодарили за спасение жизни сына национального героя Америки, покойного Авраама Линкольна. Странный зигзаг судьбы заключался в том, что один брат убил президента, а другой спас жизнь его сыну. Как звали спасенного Эдвином Бутом юношу? Роберт Тодд Линкольн. Эдвин Бут и Джон Бут. Один и тот же отец, одна и та же мать. Одинаковая профессия, одинаковый темперамент. Но один выбирает жизнь, а другой смерть. Как могло так получиться? Я не знаю, но так было. Хотя история этих братьев и драматична, она не уникальна. Авель и Каин – два сына Адама. Авель выбрал Бога, Каин выбрал убийство. И Бог принял его выбор. Авраам и Лот – два переселенца в землю Ханаанскую. Авраам выбрал Бога, Лот выбрал Содом. И Бог принял его выбор. Давид и Саул – два царя Израиля. Давид выбрал Бога, Саул выбрал власть, и Бог принял его выбор. Петр и Иуда – оба отреклись от своего Господа. Петр выбрал прощение, Иуда – смерть, и Бог принял его выбор. В каждом веке истории рода человеческого на каждой странице Писания раскрывается эта истина. Бог разрешает нам самим сделать свой выбор. И никто не указал на это яснее Иисуса. Согласно Его словам, мы можем выбирать тесные врата или широкие, узкий путь или пространный, с кем искать, со многими или с немногими. Мы можем выбирать, строить на камне или на песке, служить Богу или Мамоне, быть причисленным к овцам или козлам. И пойдут сии, те, кто отверг Бога, в муку вечную, а праведники — в жизнь вечную. Бог предоставляет нам выбор в направлении вечности, и этот выбор имеет последствия вечности. Не напоминает ли это вам о трех распятых на Голгофе? Да, Саш. Благодарю вас. Друзья, дорогие мои братья и сестры, вот этот сюжет, он является как бы стартовым, и он задает нам вопрос. Почему так происходит? Почему одни выбирают свет, а другие выбирают тьму? Но важнее всего сегодня
нам с вами ответить, а что я выбираю в этой жизни? Мне хотелось бы с вами вместе открыть сегодня священную книгу Библии. И мое любимое Евангелие. Помню, когда проповедовал я в Бердичеве, то, наверное, не раз я говорил о том, что мое любимое Евангелие – это Евангелие Иоанна. Да, Матфея, Марка и Луки – эти синоптические Евангелия, они замечательны, но мне всегда казалось, что они как бы только приоткрывают картину. Как бы вот мы приходим к храму и заглядываем внутрь, чтобы увидеть. А вот Иоанн, он нас вводит внутрь, в храм, в Божий храм. Он показывает нам глубины Божьи. И вот сегодня давайте мы откроем Евангелие Иоанна, первую главу, с первого стиха. Послушайте. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Если бы вы могли сейчас ответить мне, насколько я понимаю, у нас нет такой возможности, я бы спросил у вас, какой язык мы слышим здесь? Вначале было Слово. Помните в Ветхом Завете? Вначале Бог сотворил, да? Это язык творения. Вначале Бог. А теперь прочитаем 14 стих. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Обращаясь опять к Ветхому Завету, какой язык здесь звучит? Помните, Исход 25 глава. «И построят мне святилище, и я буду обитать с ними». Слово стало плотью и обитало с нами. Это язык святилища, так? Вначале язык творения, а далее язык святилища. А вот между этим первыми стихами и 14 стихом есть замечательные слова, записанные в 4 и 5 стихах. Давайте посмотрим. «В нем, в этом слове, была жизнь, и жизнь была свет для людей. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Свет во тьме светит. Откуда мы с вами знаем, что этот мир лежит во тьме? И вообще, во тьме ли нам так хорошо здесь? Иногда нам, особенно живя в таких прекрасных условиях, на уровень выше, чем та страна, где мы жили раньше, мы забываем о том, что и эта земля, и этот мир тоже лежит во тьме. Как часто нам сюда долетают сообщения оттуда, из штата Вашингтон, из соседних штатов, там, где вот больше демократии. Даже некоторые говорят, мы хотим переехать туда, во Флориду, к вам, потому что там меньше демократии, там больше такие старые устои. Хотя я знаю, что дьявол один везде, на все штаты. Так вот, Библия определяет, что мир лежит во тьме. 1 Иоанна, опять же Иоанн, в послании, в своем послании говорит такие слова. 5 глава, 1 Иоанна, 5 глава, 19 и 20 стих. «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле, или же во тьме. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум». Вы слышите? Свет. Мир лежит во зле, мир лежит во тьме, а Христос пришел дать свет и разум. «И да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Все есть истинный Бог и жизнь вечная», говорит Иоанн. Христос пришел в наш мир, и Он как маяк посылает импульсы света во тьму этого мира. Вот представьте себе, мы часто думаем, что вокруг нас достаточно света. Информационные потоки летят к нам, как флюиды, и мы их слушаем, мы открываем
наши гаджеты и ищем там вот новая новость. О, такой еще сенсации мы не видели. Но Господь говорит, в основном и в большинстве своем это тьма. У Иоанна вообще очень интересно. У него вот эта тьма и свет как будто бы играют две грани. Свет и тьма, день и ночь. Я бы хотел бы вместе с вами рассмотреть четыре истории, где именно тьма закрывает свет, и где свет раскрывает возможности человеку. Первая история, вы ее хорошо знаете, она записана в Евангелии Иоанна 6 главе. После того, как Иисус насытил 5000 человек хлебом и рыбой, Он отправляет учеников, чтобы они переплыли лодкой на другой берег. Сам отправляется на гору, чтобы общаться с Отцом Небесным. И вот что сказано здесь, в 6 главе, 16 стиха. «Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю, и, вошедшие в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, и Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось». Итак, смотрите. Становилось что? Темно. Наступила ночь. И это не просто ночь физическая. Когда трудности, препятствия в нашей жизни, когда темно становится, когда мы теряем самых близких и родных, когда мы теряем какие-то наши возможности, когда у нас нет уверенности в будущем, мы теряемся. Как будто бы какой-то вал накатывает на нас, и он готов поглотить ту лодку, в которой мы так успешно плыли. И если там нет Господа, если нет Его света вместе с нами, мы в этой ночи, в этой темноте и погибнем. Интересно, когда мы читаем эту же историю в Евангелии Матфея, именно там сказано, что Иисус стал идти по воде. И они увидели, у Иоанна тоже сказано так, проплывшие около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке. И испугались. Но Он сказал им, «Это Я, не бойтесь». У Матфея эта история продолжается. В это время Петр обращается к Господу и говорит, «Господи, если это Ты, то позволь, чтобы я шел, как Ты». Господь говорит, «Пожалуйста, давай, Петр, иди ко мне». И Петр переступает через борт лодки и отправляется по волнам навстречу Господу. Мы не знаем, долго ли, много ли или мало он шел, сколько он шагов сделал, мы не знаем. И пока он смотрел на этот свет, который излучался в этой темноте от Иисуса, он шел, не боясь. Но Дух Пророчества говорит, как только он опустил свои глаза ниже, там внизу был мрак, там была тьма, там была бездна. Вы понимаете, какой это образ? Свет во тьме светит. И только если мы постоянно взор наш направляем к этому свету, у нас есть шанс пройти и не погибнуть во тьме этого мира. Если мы проверяем каждый информационный поток, который приходит к нам, именно этим светом, светом Христа, светом Евангелия, светом Священного Писания, у нас есть надежда. В ином случае произойдет то, что произошло с Петром. Помните, он увидел эту тьму, он стал тонуть. И вот тогда благо, что Господь наш не человек. Я бы еще мог подумать и сказать бы, ну что ж, Петр, тебе это нужно. Несколько раз окунись, глотни пару глотков, ну на следующий раз будешь знать, как не смотреть на меня. Но Господь не так сделал. Он протянул руку, и Он спас Петра. Следующая история, где мы видим эту игру света и тени. 13 глава Евангелия Иоанна – это
Тайная вечеря. Она тоже происходила накануне перед распятием. Она тоже происходила, когда был уже вечер. Наступала темнота. Вы помните, как Иисус подходит и начинает мыть ноги ученикам, а потом к Петру подходит, предлагает ему это сделать, Петр не соглашается. И правильно, что не соглашается, и неправильно. Правильно, потому что действительно Господь не должен нам ноги мыть. Но Иисус говорит: ты не прав, Петр. Если я не умою ног твоих, то не имеешь части со мною, и я с тобою. Петр говорит: Господи, тогда, если это касается наших отношений, мой меня всего, и руки, и голову, всего-всего. Иисус говорит ему: а мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Что-то там среди этого света было темное. Он знал предателя своего, потому и сказал: не все вы чисты. И вот далее, немного прошло времени, Иисус опять возбудился духом и говорит, 21 стих: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Ученики опять, не понимая его, о чем он говорит, начали оглядываться, смотреть друг на друга. Кто же может быть здесь предатель? Но никого нет со стороны, все свои, все свои. Один из учеников, которого любил Иисус, это был Иоанн, он же пишет и никогда не называет себя, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак и говорит: спроси, кто это? О ком он говорит? Господи, кто это? Спрашивает Иоанн. Иисус отвечает: тот, кому я обмакну кусок хлеба, подам. И обмакнул кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после этого куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее. Ученики опять не понимают. Они знали, что у Иуды был ящик, или же сума, которую он держал деньги. Может быть, Иисус послал, чтобы он что-то купил, или же сделал какое-то пожертвование для нищих. Но далее посмотрите. Он, Иуда, приняв кусок, тот час вышел. А была ночь. А была ночь, когда он вышел. Что это была за ночь? Друзья, конечно, это была физическая ночь, потому что это было уже ночное время. Но здесь великий символ того, что происходило в душе Иуды. Ночь наступила, она накрыла его всего, его разум, его сердце, его душу. Это ночь, где уже не было места свету. И он погибает. Вы понимаете, в чем суть? Третья история. Она записана в 20 главе Евангелия Иоанна. Вы знаете ее. Это было после воскресения. Первый день недели, утром рано, Мария Магдалина приходит ко гробу рано. И дальше что сказано? Когда было еще темно. Нас слушают многие сестры сегодня. Я бы спросил, если бы у нас была бы обратная связь. Сестры, как вы любите ходить по кладбищам, когда темно? Приятно ли это? А Мария ходила. Как вы думаете, почему она была там? Потому что в момент смерти Иисуса ночь пришла в ее жизнь. Когда-то Иисус выхватил ее из этой тьмы, в которой она жила. Мария Магдалина, грешница. И она ушла за ним, она была окрылена. Этот свет, он проник в ее душу. Она любила его беззаветно, его теперь тот, кого она любила, в ком было все, вся ее жизнь, теперь его нет, он мертв. И вот она ходит по этому кладбищу, темно вокруг.
Но сказано дальше, она заглянула и увидела, что камень отвален. Она бежит и приходит к Симону Петру, и потом другому ученику, которого любил Иисус, опять Иоанн не называет себя, и говорит, унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его. В тот час вышел Петр и другой ученик, и пошли ко гробу. Возможно, побежали. Дальше сказано, они побежали оба вместе. Но, конечно же, кто быстрее прибежал? Я знаю, вы отвечаете. Конечно же, Иоанн быстрее прибежал, потому что он был моложе. Петр догонял его, но он не просто прибежал. Петр прямо вскочил прямо туда. Иоанн остановился у входа в гробницу, а Петр прямо туда залетел. Он настолько был всегда вот таким горячим, знаете, Петр. И они увидели, что могила пуста. Вот плат, который был на голове, сложен, пелены сложены. Тогда вошел и другой ученик, Иоанн, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал. И они ушли. А Мария... Что Мария? А Мария осталась здесь. Она плакала. Потому что она не видела жизни. Она понимала, что если этот свет вновь не придет в ее жизнь, нет будущего в ее жизни. И она стояла грубо и плакала. Потом вы помните эту историю. Она заглянула внутрь, она видит там двух мужей, ангелов. Они спрашивают ее, почему ты плачешь? Она говорит, унесли Господа моего, и не знаю, где положили его. Сказавши это, она обратилась назад и увидела Иисуса. Она первая увидела Иисуса. Она увидела этот свет вновь. Иисус был в особенном свете. Он теперь воскресший, уже нетленный наш Спаситель. Но она не узнает его, думает, что это садовник. И вот теперь Писание говорит, она его спрашивает, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его. Иисус говорит ей, Мария. И вот теперь она узнает его. Я не знаю, почему. Может быть, по голосу. Но она обращается к нему и говорит, учитель, Равуни, учитель. Друзья мои, тьма была в жизни Марии. Марии из Магдалы, когда она потеряла Христа. Но она сумела преодолеть эту тьму. Иуда погиб, а Мария обрела вновь Господа. И я теперь с вами хочу обратиться к четвертой истории. Эта история, конечно же, в ту ночь, когда Иисус был приведен на Голгоф. Была тьма. Тьма покрыла полностью эту гору. Когда он пришел в этот мир тьмы, мир – это тьма. Он, как бы, знаете, музыкальным термином давайте возьмем и скажем, он как бы положил свои пальцы на клавиатуру этого мира, и мир заиграл всеми цветами, всей красотой света. Мертвые воскрешались, слепые прозревали, глухие слышали. И вот теперь люди, эти же люди, которые получили, кажется, все из руки Небесного Отца, получив того, кто Слово стало с нами, обитало с нами, они схватили его, взяли эти руки и сказали, нам не нужны они. Вот что значит тьма. Тьма, она отвергает того, кто есть свет. И они взяли и пригвоздили его ко кресту. И вот в той ночи свет пронзил одно сердце. Вернее, не одно, потом еще там были другие сердца. Но это то сердце, о котором говорит евангелист Лука. Мы можем открыть вместе с вами 23 главу с 39 стиха. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, если ты Христос, спаси себя и нас. Другой же, напротив, унимал его и говорил, или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же?
И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда придешь в Царство Твое. Иисус ответил ему: истинно говорю тебе, ныне будешь со мною в раю. Было около 6 часа, и сделалась тьма по всей земле до 9 часа. И померкло солнце, и звезды в храме, и завеса в храме разодралась посредине. Дальше Иисус возгласил: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». В этой кромешной тьме еще один человек, сотник, увидев происходящее, прославил Бога и сказал: «Истинно, человек этот был праведник». Свет во тьме светит. Дорогие, это очень важный момент. В ту ночь нашего мира свет все-таки разорвал тьму. Победа была одержана. И свет этот в нашем темном мире, я бы сказал так, в нашей стране, где мы сейчас живем, в стране уже далеко не христианской, есть группы людей христиане, есть церкви, которые сохраняют христианство, но вы-то знаете, далеко уже, далеко-далеко не христианской, свет его продолжает светить. Вот почему нам с вами нужно выбирать. Иоанн в первом послании, во 2 главе 8 стих говорит, давайте прочитаем, первое послание Иоанна 2:8. Вот так он говорит. «Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит». А дальше в 11 стихе он говорит: «А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». Как эта тьма может ослепить глаза? Вы видели? Ну, свет может ослепить, понимаете? Посмотрите на солнце днем, когда яркое солнце, особенно у нас во Флориде, оно так жарит, жалит, нельзя смотреть. Надо закрываться от него. Оно может ослепить. Но тьма, да, тьма страшнее солнца. Она может действительно ослепить. Когда не видишь, не веришь. Вот тьма так действует. Тьма отнимает у нас веру. Позвольте небольшой пример. Этот пример мне отдал один православный человек. Он живет в Санкт-Петербурге. Очень образованный человек. Кстати, прислуживает где-то в православной церкви алтарником. И вот он рассказывал. Он говорил, правда, не о духовных вопросах, но он говорил о вере. Послушайте, он заставил меня задуматься серьезно о духовных вопросах и о вере духовной. Он сказал: говорит, каждый человек на этой земле верит. Только, далее он говорит, только вера без дел, мертвая вера. Это, говорит, записано в Евангелии. Но он процитировал Иакова. Вера без дел мертва есть. Вы помните это место. И вот он говорит, он берет два примера. Он говорит: представьте себе, если вы верите, что уделяете детям достаточно времени в своей жизни, я, говорит, предлагаю вам сделать тест. Возьмите одну неделю, 7 дней, и записывайте каждый день, проснувшись, что вы делали весь день с утра до вечера. С утра до вечера. Вот я проснулся, столько-то времени я принял душ, привел себя в порядок, пообедал. И дальше вы пишете весь день. Второй день опять записываете, ведете дневник. Третий день опять записываете, четвертый, пятый, 7-й день. А потом сделайте анализ. И посмотрите, сколько времени вы уделили вашим детям. Если вы верите, что вы достаточно даете время детям, но оно оказалось не так,
тогда вера ваша мертва есть. И дальше он приводит другие примеры. Говорит, если вы занимаетесь спортом для здоровья, то же самое сделайте. Проверьте, верите ли вы и правильно ли вы верите. А я подумал, он научил меня взять и сделать анализ, а сколько времени я провожу с тем, в кого я верю. Это помогает проверить нашу жизнь. Друзья мои, завершая вот такие наши размышления, я хотел бы сказать вам очень такой важный момент. Вспомните Лазаря, кстати, из Евангелия. Что мы знаем о Лазаре? Знаем немного. Мы знаем о том, что он был другом. Иисус часто проводил время там. Что он имел двух сестер. Он был благочестивый человек. Мы знаем о том, что он умер. А потом мы еще знаем, что он воскрес. И я подумал о Лазаре вот именно сегодня уже, когда я думал о том, что надо будет с вами размышлять об этой теме, тьме и свете. Этот мир лежит во тьме, а мы с вами идем к свету. Истинно ли так? Когда Лазарь умер, он лег в гроб. И там, в гробнице, он лежал во тьме. И не только лежал, он разлагался. Иисус пришел и попросил, чтобы открыли ему могилу, отвалили камень, и он позвал Лазаря. Лазарь, выйди вон. И моя молитва сегодня. Господи, вызывай нас из тьмы, пробуждай нас, иначе мы просто можем погибнуть. Мы можем сотлеть. Свет пришел и открыл могилу. Всякий, кто во свете, пребывает вовек, говорит Иоанн по 2 главе 15-17 стих. Пусть Бог благословит нас всех идти за Ним, служить Ему и оставаться в Его свете, чтобы тьма не покрыла нас, пребывать в Нем вовек. Аминь. Аминь. Да, ваша молитва. Мы хотим, чтобы вы помолились с нами на конец служения. Спасибо. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за Слово Твое. Мы благодарны, что в этом мире, который лежит во зле, который лежит во тьме, Господи, Ты нашел нас своим светом. Ты прикоснулся к нашим сердцам. Помоги нам никогда не потерять Тебя из виду. Господи, помоги нам сохранить отношения с Тобой, чтобы не погибнуть, как однажды погиб Иуда, который ушел в ночь. Это была ночь его жизни. Господи, помоги нам искать Тебя, как искала Мария, и обрести этот свет, хотя в тот момент она тоже в своем сердце была во тьме, потому что не представляла, что Иисус ее теперь жив. Господи, дай нам сделать выбор, как сделал однажды тот разбойник, который сказал, помяни меня в царстве Твоем. Господи, милость Твоя велика, и поэтому прошу, благослови моих дорогих братьев и сестер, благослови их семьи, их детей, внуков. Благослови, Господи, их жизнь. Благослови нам крепко держаться за Слово Твое. И пусть это Слово однажды приведет нас в жизнь вечную. Да прославится имя Твое, имя Бога Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.